Мы сегодня представляем вам программу защиты населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Цель программы – создание эффективной системы защиты населения и территории города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера. Задача программы – снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске. Общий объем финансирования данной программы на 2022 год составляет 840 тысяч. В данной программе имеются подпрограммы. Подпрограмма первая – обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития ЧС природного техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС. Цель программы – последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории города Ачинска от угроз природного техногенного характера. Задача программы – обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, снижение ущерба и потери чрезвычайных ситуаций муниципального характера, обеспечение населения города от опасности, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, обеспечение профилактики и тушения пожаров. Следующая подпрограмма – это обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, снижение ущерба и потерь чрезвычайных ситуаций. Перечень и показатели результативности подпрограмм. Уровень готовности противопожарного водоснабжения и использования общего количества пожарных гидрантов у нас составляет на 2021 год 89%. Планируемое на 2022 год 85%. Очередная подпрограмма. Обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС. Мероприятие подпрограммы – это обеспечение профилактики тушения пожаров. На 2022 год у нас 840 тысяч. Софинансировано мероприятие на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 5,4 тысячи рублей. Софинансировано предполагаемое краевого бюджета 107 тысяч. Спасибо за внимание.